портреттің бар түрі қиын да. Художник Асан Турсункулов первым создал портрет Абдыкадыра Орузбекова. Сегодня эта работа уже часть истории. Писать Абдыкадыра Орузбекова, одного из величайших государственных деятелей Кыргызстана, в советское время было большой ответственностью. Портрет – сложный жанр, даже если вы работаете масляными красками и простыми карандашами. Этот портрет Абдыкадыра Орузбекова и других знаменитых деятелей Кыргызстана украсил аллею в Баткенской области, которую посетил президент Садыр Джапаров во время праздника Ноурус. Сегодня работа украшает выставку в Южной столице, в Музее изобразительных искусств. Всего здесь представлено порядка полусотни работ. На портретах запечатлены кыргызстанцы, трудившиеся во славу страны в разное время, и которых до сих пор вспоминают с добром. Всего кисти Асана Турсункулова принадлежат портреты 68 знаменитых кыргызстанцев. Мы можем поклониться каждому человеку на этих портретах, потому что каждый из них внес огромный вклад в культуру кыргызского государства, в развитие нашей страны. Абдыкадыр Орузбеков внес большой вклад в обозначение границ республики. Посетить выставку в Аше можно будет в течение недели. Затем экспозиция отправится в Джалалабадскую область. Алена Смирнова, Нурджамал Алымкулова, Нурлан Толенов, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош.